Вот такой вот стеллаж я собрала. Муж мне собрал сегодня. Я ее пока не совсем еще сделала. Светоотражательной пленкой закрываю. Низ вот сделала. Все сделала. Четыре полки тут будет. Две уже заняты. Ну, единственное, конечно, черенки и пеларгони все-таки, я думаю, продавать я буду. Надеюсь. А вот маточники так и будут стоять. Мне тут, правда, бегонии. Вот это бегония, красавица. И вот эти. Вот это зацвела. Это нет еще пока. Оранж, наверное. А это вот красная. Но она, конечно, не такая была. Вот цветет она уже неделю. Там еще бутоны есть. Она летом была махровая, крупная. Ну, как роза, как пион. И крупная, и махровая. Вот, наверное, или я что-то тебе не додаю, или на самом деле они дом так не цветут. У меня цветут очень хорошо вот эти. Вот они. Я не буду залезать наверх, но видно, да? Это у меня тут бегония, вечно цветущие. Все я их пересадила в горшочки маленькие, пол-литровые, 600-миллиметровые. И они все у меня цветут. У меня тут 4 сорта вечно цветущих. Ну, а там у меня традисканция, череночки, хлорофитум, всяко-всячина. Тут у меня на укоренение тоже всяко-всячин. Тут тоже на укоренение стоят. Тут у меня малышки мои. Это мята, которую я не думала, что это мята. Точнее, я не знала, что это мята. А это оказалось мята. Пахнет уже. Не знаю, что за мята будет. Ну, тут у меня на укоренение что-то стоит. Пеларгония. Это у меня элатиорка как раз, вот это бориас. Не знаю, как она укоренится, нет ли. И тут подробности не буду говорить. Это у меня хоста. Это у меня, нет, это у меня гейхера. Это у меня петуньки, которые мне пора уже их распикировать. А это вот хоста, малышка. Одна вот вылезает, и вторая вот оттуда лезет. Ее видно, не видно, не знаю. Вот она тут чуть-чуть виднеет, зелененькие. Ну, надо ей помочь. Никак не выйдет. Бедненько, надо пинцетик взять. Петуньки, фуксии, лобелии, хризантемы мультифлоры. Там тоже на укоренении. Тут лучок растет. Петуньки, колиусы, черенки и красавцы. Петунии, петунии. Среди них еще бегоньки. Это петуни-малышки, тут всяко-всячина сорти, клубневая бегония белая вот тут вот стоит, она у меня тоже зацветать начинает. Тут тоже петуни, тут опять идут пеларгонии, черенки, коллизия, маточники. Это у меня колиусы подросли вот эти, наверное, сделаю маточники еще, потому что эти у меня уже староватые. Ну, как староватые. Мало грунта им. Им надо хотя бы литра 2-3 дать. А я чё же их в пол-литра мучаю. Бедные. Ну, может быть, не знаю, постоят или не постоят. Короче, я не знаю пока с ним, что делать. Черенки пока с них снимаю. Вот красавец. Электрик Лайм. Прям красавец. Вот эти лампочки им нравятся. Они стоят мне хорошенькие. Ну, тут эти комнатные, как всегда. Который любит до без памяти мой кот Симон. Хлоровитум вот этот он любит. До кудрявого он не долезает, а этот он иногда, я, когда провороню, это вот в таком импровизированном горшке стоит Рео, традисканс, которую я спасла. Реанимировала осенью, и она у меня растет. Сансвиерия, красавица, я ее люблю, мне она нравится. Тут фиалочки. Итак, по чуть-чуть всего. Вот такие вот дела. Полки все заняты. Тут 6 полок. Тут 2 пока полки заняты. Ну, осталось 2 свободных. Это ни о чем. Куда девать будем? Как будем все умещать? Ну, пока еще подоконники не все заняты. Я не знаю, как у вас, а у меня вот так дела обстоят на сегодняшний момент. А до весны еще 1,5 месяца. А у меня уже все занято. Хотела полку показать, точнее стеллаж вот этот новый построенный. А показала все растюшки вкратце. Всех с праздником Крещения. Всем здоровья и пока-пока.